20 лет. Все эти годы мы оставались для вас незаметными. Но уверены, вы видели результат нашей работы. Вы видели нас, когда покупали билеты на хоккейный матч, выбирали телефон или же готовились к празднику. Мы старались, чтобы эти процессы приносили вам удовольствие. Кто позвал скучного диктора? Знакомьтесь, X-Page! Когда перед нами стоял выбор направлений, мы объединили их в одну дорогу. Начинали мы по классике с сайтов. Это самое, наверное, простое, что могло быть. Дальше появился маркетинг, потом появилась реклама. Следующее направление – это автоматизация процессов компании. Для нас работа – второй дом. И это не потому, что мы тут проводим все свое время. Есть более важная вещь – тапочки. Многие говорят, в IT сидячая работа, и все время мы проводим на стуле. А как же спорт? Это гонка героев, турниры по футболу, баскетболу. Ребята ходят в походы. Ага, походы до кулера ежедневно. Мы расширяли пространство вокруг себя, создавая рабочие места. Потому что однажды мы решили обучать с нуля тех, у кого было желание стать частью IT-сообщества. Проект называется GigaSchool. Это полноценные курсы плюс различные митапы, мелкие мероприятия. Проводим экскурсии. За эти годы мы видели разных клиентов. А сделайте мне календарь, чтоб крутился, как барабан. Можно мне поисковую систему? Ну, как у Яндекс. Можно мне анимацию? Капля падает, и волны расходятся. Да, можно. Мы как семья. Обедаем вместе. И выросли мы вместе. Мы не покинули пределы родного города, думая о том, что где-то там нам будет лучше. Мы профессионально выгорали, но когда зажигался один из нас, зажигалась вся команда. Мы не конкурируем, мы создаем референсы для наших конкурентов. Наша работа для нас — искусство. Строчки кода — это белый стих. Для нас нет границ. Именно поэтому нам не важно, где вы находитесь. Нам важно быть рядом с вами. X-Page.